У культурного комплекса «Корабел» богатая история. Он был основан в 1922 году на базе Севастопольского морского завода. В годы Великой Отечественной здание клуба было полностью разрушено, а после войны построено новое по адресу улица Рабочая, 2. И вот уже более 60 лет здесь репетируют творческие коллективы и проходят концерты. В стенах культурного комплекса трудилось не одно поколение севастопольцев. В кружках занимались тысячи горожан. Среди воспитанников клуба немало известных людей. Ирина Петровна Кононова руководила ансамблем «Севастополь». Сейчас она также в ДОФИ руководит творческим коллективом. Ну, а Вадим Альбертович Елизаров также начинал в культурном комплексе «Корабел». Тогда у нас работал ансамбль бального танца «Виктория». А сегодня они выросли до такой степени, стали именитыми профессионалами и создали свой театр, академический театр танца Вадима Елизарова. Культурный комплекс «Корабел» стал родным домом для 50 творческих коллективов. 10 из них имеют почетное звание «Народный», 5 – «Образцовый». Здесь работает около 100 человек, а занимается более 900 горожан. Среди них как взрослые, так и дети. Я хожу в коллектив «Дофиданс». Он относится к «Корабелу». Хочу поздравить, чтобы это был самый лучший культурный комплекс. Поздравляю «Корабел» с юбилеем. Такое событие, как бы 95 лет, много уже, почти век. Николай Ларионович Меркулов работает в культурном комплексе уже 40 лет. Он руководитель хора «Корабейники». Главная задача коллектива – нести народное творчество зрителю. Руковожу этим прекрасным коллективом, прекрасными людьми, которые действительно любят народное пение. Что такое народное пение? Это душа народа. Это наше родное, наше близкое. Воспитанники культурного комплекса, преподаватели кружков, почетные гости – все собрались в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Анатолия Васильевича Лолочарского, чтобы поздравить «Корабел» с юбилеем. В зале аншлаг. Многие смотрели праздничный концерт стоя. Творческие коллективы «Корабела» представили зрителям свои лучшие номера. Какое количество судеб людей связано за все эти годы с «Корабелом», с его коллективами. Потому что вот это самое главное богатство любого учреждения культуры – это коллективы. И те, которые стали образцовыми и народными, и те, которым еще предстоит стать таковыми – это люди, которые приходят туда вот по зову сердца, и это реально дорогого стоит. Михаил Михайлович Пришвин в своих дневниках написал: «Цивилизации, как силе вещей, должна противостоять культура, как связь людей». Севастопольцы любят «Корабел», а музыканты всю свою душу отдают нам в виде этих эмоций, которые мы получаем. И нигде в другом месте и никакими другими словами эти эмоции выразить нельзя, как той музыкой, которую они играют, как те стихи, которые они читают, как те танцы, которые они танцуют. Культурный комплекс «Корабел» – это коллектив творческих, увлеченных, преданных своему делу людей, ежедневно работающих над сохранением и развитием лучших традиций просветительской деятельности и народного творчества. Сегодня учреждение одно из ведущих в городе. Ежегодно оно проводит более 800 культурно-массовых мероприятий. Артисты выступают не только в стенах клуба, но и на кораблях, в больницах, детских садах, школах. Празднование 95-летия «Корабела» концертом в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Анатолия Васильевича Лолочарского не закончится. Юбилей культурного учреждения отметят также 22 апреля в здании «Корабела» на улице Рабочей. Елена Корнухова, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя.